течение 2 суток ты будешь питаться, как обычно, исключив только газировку, мучное и сладкое. А начинать и заканчивать день специальными детокс-коктейлями, которые приготовишь самостоятельно по этим рецептам. Как приготовить детокс-коктейль? Вскипяти воду, перемешай все ингредиенты и залей кипятком. Оставь остывать и выпей залпом, как только температура напитка станет близка к комнатной. Прокрути все ингредиенты для детокс-коктейля в блендере. Разбавь водой и пей перед сном, можешь залпом, можешь понемногу, но главное, после этого уже не ешь.